Мотак есть еще. Главное на мотаке преодолеть это. Оп, 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 все. Так, этого чела я убивать не буду. Бля, Алексей, чуть-чуть правее бери. Ай, 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 ай. О мой бог, черт возьми, мастер. Хорошая работа. Мог? Олег. Мой мотак. Мог. Нет. А я могу у тебя мотак вниз скинуть. Давай, брат. Как я его скину, блин? Да и хоть охранники, наверное, сидят. Что за хуйня происходит? Бля, я не могу запрыгнуть. С первого раза тогда запрыгнул, блядь, я сейчас не могу нахуй. Не-не-не-не-не! Хорош! Скидывай мотик ты нам! А что он не этот-то? Толкай на вот. Ой, сука. Давай, блядь, в речку. Давай, я попробую. Да-да. Не знаю, может тачка, блин, проезжает. Может охрану перебить? Подожди. Слишком много. Давай, Хонда, тебя верю. Оп! Хорош. Ебать. Толкни своим мотиком нам вниз, мотик. Не, давай. Не получается. Он сквозь него проходит. Плохо. А то. И ты куда ты А, хорошо, теперь все три мотоцикла сверху, парни, мы серьезно? За машиной, да? Ёб твою мать! Такая, не надо машина, пошли, перебьем их просто уже. A few moments later. Долго. Будь самое уебанское ограбление, блядь. Тихо, на катрейле. Ты, сука, тихо. Три мотока, блядь, на скале припарковали. Ебать он, клоун. Давайте. Только не расстрельтесь. 2 hours later. Садись. А запрыгнуть не мог. Ёбаный.